Жизнь должна продолжаться. Когда будут готовы результаты? Завтра. Неудивительно. Она же не сбежит. Нет, я имею в виду, она, наверное, сходит с ума. Ситуация серьезная. Не восприняла ли она это слишком серьезно? Дурочка, где ты? Иди домой. Сейчас же. Что нам делать? Звонить в полицию? Должны как минимум сутки пройти. Полиция ничего не сделает. Тогда что нам делать? Нужно же сделать хоть что-то. Я пойду поспрашиваю соседей. Мы не можем сидеть и ждать. Я пойду с тобой. Я пойду в универ. Кто-то должен остаться дома. Будем на связи. Извините, набранный вами абонент занят. Джан Хэлинь, ты не вовремя! Джан Хэлинь, результаты готовы? Дай мне контакты Юнфэя. Дозвонилась? Телефон выключен. Она наша новая соседка, да? Заходи, заходи. Привет. Подожди минутку, я моюсь. Я захожу. Что? Апель... Твои вещи в стиральной машине. Сразу надо их вытаскивать. Я же жду. Но Чин-Чен... Хватит драться! Можешь закрыть дверцу? Электричество тратится. Извини. В средней школе меня не замечали. Может, не замечали не совсем точное слово. Я думала, у меня появятся друзья в университете. Можно поаккуратнее? Даже извиниться не пытается. Черт. Могли бы вы быть хоть чуточку добрее ко мне? Самую малость. Могли бы? У меня есть только два варианта. Неважно, какой я выберу, мне все равно конец. Убей меня. Отойди! Убей меня. Не подходи ко мне!
живем вместе уже долго, но мы все еще не понимаем, что происходит у нее в голове. Я чувствую себя виноватой. Не расстраивайся. Это не решит проблему. Хорошо. Вот. Давайте чуть ближе. Отлично. Я правда не знаю, как написать это. Я опять ошиблась. Домашка? Папа? Голодные? Да. Да. Перекусите. Как много тебе надо? Один. Вот. Молоко. Спасибо. Пейте. Чего ты ждешь? Быстрее, позови маму. Семь лет назад умер ваш брат. В то время у вашей семьи были финансовые трудности. 17 лет назад умерла ваша бабушка, а ваша мать была той, кто получил выплату. На самом деле, вы тоже застрахованы. Вы знали об этом? Пускай Сеочун все будет хорошо. Аминь. Сеочун! Сеочун, где ты была? Что случилось? Ты неблагодарная. Даже не представляешь, как мы волновались. Простите. Все в порядке. Ты же вернулась в целости. Где ты была этой ночью?
Ночью. Лучше всего думать об одиночестве. О чем ты думала? О смерти? Я думала, стоит ли мне умереть? Или единственный выход — умереть? Но, как подумала об этом, я не захотела умирать. Почему ты хотела умереть? Да. Живи. Не думай о смерти. Но... когда я думаю, что случится... Не беспокойся о том, чего еще не случилось. Подумай после того, как это произойдет. Что, если что-то изменится? Сяо Чун, не важно, что случится. Мы поможем тебе. Да. Мы всегда будем на твоей стороне. Я голодная. Давайте поедим. Давайте. Мы вчера даже не поужинали. Принцесса Чен Чен наконец-то предложила покушать после полудня. Я приготовлю. Я помогу. Не надо. Я приготовлю. Я хочу мясо. Мы понимаем ситуацию. Ближе к сути. Прошлым вечером пришли результаты. Мне очень жаль. После токсикологического теста мы узнали, что не было ничего необычного. Мы слишком поспешили. Мы причинили большие неудобства вашей семье. Пожалуйста, примите наши извинения. Нам очень жаль. Нам действительно жаль. Что произошло? Сколько тебе было, когда умер твой отец? Первый класс старшей школы. А когда умер твой брат? Шестой класс средний. Может, ты что-то перепутала? Я не знаю. Ты была подростком. В этом возрасте очень легко потеряться в своих фантазиях. Дурочка. Ты такая глупая, что винила себя за то, что сама же и придумала. Что, если результаты неправильные или не до конца изученные? Нет никакой ошибки. Я попросила знакомого из центра криминалистики узнать подробнее. Он получил результаты и проверил еще раз. Результаты правильные. И там нет никаких следов наркотиков или лекарств. Сяо Чун, не переживай. Я говорю, ты, наверное, не помнишь точно. Видишь? Ложная тревога. Прекрасно. И то... правда. Правда.
Почему ты подстриглась? Как тебе? Выгляжу просто? Просто? Разве это не то же самое, что и старомодно? У меня вопрос. Что вы, мужчины, любите в качестве подарков? А что? Хочешь что-то подарить? Мечтать не вредно. Это не тебе. Это для пожилого. Пожилого? Я не пожилой мужчина. Откуда я знаю, что нравится старикам? Как насчет духов? Официант, чашечку американо со льдом, пожалуйста. Спасибо. Хорошо, подождите, пожалуйста. Кстати, у тебя есть планы на вечер? Может, сходим на фильм? Вечером? Нет. Я должна купить подарок. Ты что, любишь его? Конечно, нет. Ты знаешь, что такое любовь? Конечно, да. У меня есть та, кого я люблю. Кто? Ты. Ты не знаешь ее. Я знаю. Та, что ухаживала за тобой в прошлый раз. Если она тебе правда нравится, начни с ней серьезные отношения. Увидимся. Пока. Чен-Чен, я понятия не имею, что я сделал. Я бесчеловечен. Я разрушил наши милые воспоминания. Я не мог хорошо спать с того дня. Чен-Чен, я грешник. Ты не должна меня прощать. Теперь я надеюсь, что ты счастлива. Благословляю вас. Теперь атмосфера нашей квартиры великолепна. Все избавились от неприятностей. Хорошо. Не говорите больше о других людях. Расскажите мне о себе. О себе? Мне нечего сказать. Я хорошо питаюсь, хорошо сплю, и вес ничуть не изменился. Да и вообще, я думала, что воспользуюсь этой возможностью и похудею. Я восхищаюсь собой. Я пережила трудное время, но я в порядке. Я и вправду очень сильная. Думаю, мне больше не нужно приходить на терапию. Что ты делаешь? Ты напугал меня. Пошли. Извините. Чен-Чен. Чен-Чен, ты вернулась? Пообедай.
Ешь. Не хочешь? Я умою тебя горячим супом. Хочешь это? Сегодня у нас сукияки. Давай. Что не так? Нет! Почему ты меня не понимаешь? Почему? Что случилось? Ничего. Оставь меня. Что случилось? Что произошло? Я сказала, оставьте меня. Неужели не слышите? Ну что? Как она? Она не могла заснуть. Включила лампу и не спала до самого утра. Возможно, у нее месячные. Для девушки такие дни просто катастрофа. Чин-Чин ходила к психиатру? Да. Все еще ходит туда? Не уверена. Я так думаю. Отсроченные психологические заболевания более распространены у тех, кто пострадал от тяжелой травмы. Например, угроза жизни и жестокое насилие. Может привести к болезням. Одним словом, это психологический дисбаланс после травмы. Клинические симптомы часто сопровождаются кошмарами, изменением характера, раздражительностью, бессонницей, крайней тревогой и осторожностью. Мы обычно называем этот вид болезни посттравматическое стрессовое расстройство. Сокращенно ПТСР. Ладно, ребята, на сегодня все. Можете быть свободны. Профессор Ван. Да? Могу я задать вопрос? О проблемах в отношениях? Нет. Что это такое? Я получила зарплату. Купила вам подарок. Хотя выглядит обыденно, это первое, что я купила на свою зарплату. Это незабываемо. Я ничего такого не сделал. Почему покупаешь мне подарок?
Это для ухода за кожей? Это парфюм. Попробуйте. Пахнет приятно. Парфюм? Зачем он мне? Спасибо. Однако, я бы предпочел, чтобы ты купила мне футболки за деньги. Тогда я лучше куплю вам вино и сигареты и назову вас папой. Я не об этом. Заметили во мне перемены? Ты, кажется, выглядишь немного по-другому. Мне нужно тебе кое-что сказать. Что? Один мой товарищ с работы. Тот, кто нашел мне тогда работу. Снова помог мне. Поэтому завтра я уезжаю на заработки. Завтра? Когда вернетесь? Я не вернусь. Я оставался здесь из-за дочери. А сейчас все разрешилось. Мне больше незачем здесь оставаться. Я хочу найти другое место, где смогу начать все заново. Уверена, что не вернетесь. Возможно, я приеду тогда, когда ты выйдешь замуж. Если хочешь, я могу сыграть роль твоего отца. Отведу тебя к алтарю, а потом передам тебя в руки твоего мужа. Еще чего? Думаете, я ваша дочь? То, что вы мне описали, очень напоминает признаки ПТСР. Я предлагаю найти профессионального психиатра для лечения. Чин-чин. Самое главное, ей нужно преодолеть страх путем общения и стимуляции. Сяочун. Извини, я слишком задумалась. Ян-Юй, мне сегодня нужно вернуться домой после обеда. Нужно... Иди. Только в этот раз. Такого не должно повториться. Ведь все твое время будет принадлежать мне, слышала? У нас будет викторина на занятиях по военной подготовке. Все зависит от тебя. Лин Сяочун. Что такое? Создаешь сенсацию? А вот и сенсация. Ты провидец, Хэлин. Я пойду. Спасибо.
Здравствуйте. Что случилось? Чен-Чен. Я поругалась с Ян Юем. Почему? Он сказал, что я все время что-то от него скрываю. Но, честно говоря, я просто не знаю, как ему сказать. Чен-Чен. Я бесполезная, да? Некоторые вещи сложно рассказать. Я знаю, как помочь Сяочун. Помните нашу крутую вечеринку? Вечеринка «Карнавальная ночь». Ты называешь ее крутой? Меня на ней не было. Не надо все валить на меня. Давайте устроим сегодня еще одну вечеринку. Только для девочек. Посмотрим, кто из нас самый жалкий. Чен-Чен. Не бойся, я включу. Не бойся. Неплохо, Ни. Ты стала намного сильнее. Чен-Чен, иди сюда. Атмосфера такая романтичная. Подходит для съемок ужастика. Замолчи. Сяочун, тебе есть что сказать? Выскажись. Я всегда знала. Мой характер не самый лучший. Но когда я была маленькой, я всегда была заводилой. Прямо как Эйтон. Когда пошла в старшую школу, мой брат умер. Из-за похорон я пошла в школу чуть позже остальных. После окончания средней школы я решила, что обязательно изменюсь, когда пойду в старшую школу. Но летом, прямо перед началом учебного года, мой папа тоже умер. Я жила в небольшом городке. Мои одноклассники быстро обо всем узнали.
После этого они начали надо мной подшучивать, называя проклятой. В то время это не считалось издевательствами. Возможно, они слышали это дома от своих родителей. Поэтому и подшучивали. Тогда я думала, что когда уеду в другой город и поступлю в универ, я смогу завести друзей. Теперь моя мечта сбылась. Благодаря вам. Моя очередь. На самом деле, мой характер тоже ужасен. Может, это связано с моим именем. У моей мамы очень сильный характер. Когда я была маленькой, она всегда мечтала о сыне. И тогда появился Кансин. Он любил бегать и играть в футбол. Он был таким милым. Держи, сестренка. Почему с ним случилась такая беда? Он не сделал ничего плохого. Верно? После этого я стала человеком, который все делал так, как хотела мама. Честно говоря, Нидзин, я правда восхищаюсь твоей красивой одеждой. А твоя косметика, Чин-Чин, очень милая. Но я продолжала твердить себе. Не обращать внимания, не думать об этом. Я не могла позволить себе восхищаться или завидовать. Шиньнан. В тот день, когда умер мой брат, я почувствовала облегчение. Мне еще никогда не было так легко. Казалось, будто на моих плечах была огромная гора, и она вдруг испарилась. Мне нельзя было так думать. Так ведь? Мой брат умер. И моя мама стала подозреваемой. Как первой мыслью могло быть облегчение? Казалось, будто я потеряла свой путь на одно мгновение. Я ощущала себя легкой, как лист. Я могла улететь куда угодно. Не волнуйтесь обо мне. Я в порядке. Поэтому я решила отправиться в путешествие. Хочу найти, куда двигаться дальше. Что привлекает тебя, Сяо Чун? Она выглядит милой. Некоторые считают, что у нее невыносимый характер. Есть такое. Но она очень милая. Как считаешь, Сяо Чун бывает иногда угрюмый? Угрюмый? Да. Ее характер редко встретишь у людей, родившихся в 90-х.
Понятия не имею, как так получилось. Но... она такая милашка.多不容易用青春